По темпам уборочной Ульяновская область продолжает занимать лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе. Уборка завершена на 96% земли. Активно работают не только фермеры, но и сотрудники местных элеваторов. Современный элеватор – это не просто хранилище для зерна, а целый комплекс, включающий обязательные ключевые звенья. Отделение для приема зерна, лаборатория оценки качества, зерноочистительные сооружения, сушилки и, конечно же, сами зернохранилища. Новоспасский элеватор – один из крупнейших в регионе. Предприятие работает с 1928 года и сотрудничает со многими фермерами области. На данный момент на элеватор отгружено 10 тысяч тонн зерна. Весь он пойдет на экспорт. Но прежде зерно должно пройти производственно-технологическую лабораторию для определения показателей качества. Заходит зерно с полей, со складов, с хозяйств, и мы определяем качество полное, по которому потом определяется класс зерна и идет раскладка по складам. Зерно идет на подработку, зерно идет на сушку. В рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» на элеваторе проходит модернизация. Учет движения зерна и контроль за работой элеватора теперь полностью компьютеризировано. К столетнему юбилею руководство планирует большую реконструкцию. В будущем должны мы построить скоростной автомобиль-приемку для приема больших грузовых автомобилей, которые могут перевозить 30-40 тонн зерна одновременно, много осевики, так называемые тонары, чтобы обеспечить быстрый прием и больший радиус обслуживания сельхозтоваропроизводителей вокруг новоспасского элеватора. А пока из зерна ульяновского производства пекут хлеб в Калининграде, Азербайджане, Египте, Италии и Финляндии. К увеличению мощности элеватора увеличится и объем экспорта. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправды ТВ.